известно то, что предприятию КАМАЗ исполняется в этом году 50 лет. Юбилей! Бам! Жизнь многих семей нашего города связана с жизнью завода КАМАЗ, как и моей семьи. Например, мой дедушка, Каничев Владимир Васильевич, еще 50 лет назад участвовал в строительстве завода КАМАЗ. После моя мама работала на нем, а в данный период времени на нем работает мой дядя и мой папа. Даже моя младшая сестренка в возрасте 3 лет уже увлекается этой машиной. Как машина называется? КАМАЗ. Я провела небольшой соцопрос у одного человека, задав ему несколько вопросов о КАМАЗе, тем самым проверив знания подростков о нашем заводе. Алиса, чем вы хотите заниматься в будущем? Конечно же, пойду работать на КАМАЗ. А почему вы решили выбрать такое прекрасное место для работы? Потому что КАМАЗ воплощает мечты, способствует твоему росту карьерному, ты раскрываешься как человек. Так. Что ж, Алиса, плачу от вашей прекрасной речи, что вы знаете о машине КАМАЗ? Машина КАМАЗ удобна, технологически устроена, 21 век, все по стандартам, да. И я бы хотела в ближайшем будущем уже рассекать улицы набережной Челнов на КАМАЗе. С днем рождения, КАМАЗ! Спасибо. КАМАЗ — это машина, она непобедима. Вместе мы сила!